Официально актер был женат дважды и стал отцом двух дочерей. В первом браке с Ольгой родилась дочь, которую тоже назвали Олей, хотя дома к девочке обращались по имени Алена. После развода бывшие супруги остались друзьями. Урбанский продолжал участвовать в воспитании дочери. Красивый роман с будущей звездой советского кино Татьяной Лавровой, тогда студенткой школы-студии МХАТ. Влюбленные жили вместе, сначала в общежитии, а затем в коммуналке, но спустя 7 лет пара рассталась. Но его главной любовью стала латвийская актриса Дзидра Риттенберг. Они познакомились на московском кинофестивале. Ей было уже 30 лет. Урбанский и красивая, обаятельная, талантливая актриса Дзидра Риттенберг были одной из самых красивых пар. Их роман был страстным и стремительным. Шикарная свадьба в Национале. Они прожили вместе 5 лет. Но однажды произошло непоправимое. Дзидра ждала ребенка. Евгений уехал на съемки фильма. И случилось страшное. 5 ноября 1965 года, недалеко от Бухары, Урбанский трагически погиб. Беременной Дзидре не осмелились сразу сообщить эту страшную весть. Она родила через 3 месяца после гибели мужа. Дочку назвала в честь его, Евгений. Дзидра осталась одна в 37 лет. Зябкой мартовской ночью, не дожив несколько месяцев до 75-летия, Дзидра умерла. До последнего дня в ее комнате висела огромная фотография Евгения Урбанского, молодого, веселого и красивого. Смерть разлучила их в 65-м году, но еще 38 лет он как бы незримо присутствовал рядом с любимой женщиной.